Привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в The Abelians, и в предыдущем эпизоде мы прошли низменность. Сегодня пойдем на литейный завод и уничтожим вот эту орду зомби. Окей, давайте солдата прокачаем. Чуток, я думаю, что скорость атаки будет уместно взять. Дальше я хочу поставить сложность поменьше. И пройти по-быстрому этот завод, потому что мне эти квесты не очень-то нравятся. Посмотрим, насколько быстро удастся пролететь. Ходить сюда все-таки придется, потому что тут немало очков науки дают. Жидкий металл развился в результате сброса контейнеров, вызванных карантином. Ни в коем случае не входить. Понятно. Ну, не входить так не входить. Вообще в патчах написали, что там будут подсвечиваться сейчас объекты, то есть никакого уже пиксель-хантинга не будет. Вот мы и посмотрим. Меня, опять же, больше интересует, что мы там найдем. Какой новый кусок истории. Генераторы работают. Вот и все, в принципе. Никакой мороки. Быстрое прохождение. То стоишь, их отстреливаешь. Полчаса. Надоедает. Так, ничего нету. Часы работы с 7 до 12. Офисы и технические помещения. Фига себе, они там 5 часов работают. Толстяк. Что-то у тебя не особо скорость атаки повысилась. Хочу я тебе сказать, дружище. Ну да, с толстяком проблемы все равно будут. Так, давай. Никакой этой замедляющей штуки не лежит на полу, так, к сожалению. Все. Убили. До свидания. Так, тут надо тоже прийти сюда, вот. Будет. Да, видите, чуть-чуть моргает. И аптечка. Аптечка — это всегда хорошо. Так, тетрадь, ты берись давай. Как-то оно медленно очень моргает. Вроде бы писали, что на низкой сложности должно чаще моргать. Ну, хотя, опять же, не видел, насколько там часто моргает на высокой. Так что, вот там еще. Чуть не забыл. Драгоценность там. Так, ну и в принципе все, да, похоже, что... Если заметите, что что-то моргнет, пишите. Чтобы я не пропустил. Блин, ты-то откуда? I still have some tricks up my sleeve. Это у нас гранаты. Ладно, сваливаем отсюда тогда из этой комнаты. Больше тут ловить нечего. Let's go. В принципе, даже граната, наверное, не нужна будет. На такой-то сложности. Как бы зачем? Если зомби мало. Все, хорош. Right.
Yes. Ну, шкафчики моргают. Пошли зайдем. All right. So glad to do it. Perfect. This is for the Empire. Perfect. Хорош. Куча гранат и птичек. Операционный центр. Доступ был заблокирован армией для содержания наиболее опасных зомби. Perfect. Come on. Это вот про этот имеется в виду помещение, что ли? Которое завалено. Непонятно. For the Empire. Let me blow up some heads. Так, тут ничего нет, вроде бы. Если ничего нет, значит ловить тут нечего тоже. Sounds good. No fear. Тут у нас разлит горячий металл. I hope not to find a harpy there. Повсеместно. For the Empire. Great. Silent and lethal. Let's kill the enemies of the Empire. Of course. Sounds good. No fear. Yes. Of course. For the Empire. Perfect. The party has just begun. For the humans. Так, окружают собаки. Ты смотри, что делают, а? Эти сгорают. Perfect. Вот бы наши люциферы могли что-нибудь такое тоже вылить. Nice. На землю-то. Так, все, нам все-таки сходить. Там что-то... Какой-то ящичек. Мы его что, там половину собрали? Нет, еще половину не собрали. Но процентов 30 уже есть. Я думаю. Let's kill the enemies of the Empire. Let's go. Так, вот туда надо идти. Sounds good. No fear for the Emperor. Let's go. For the glory of Quintus. For the Empire. So glad to do it. Из-за стены. It could be a trap, but let's go. For the Empire. Okay. В принципе, неплохо, да? Довольно быстро проходится. Там еще по центру какая-то комната. Нет, это не комната, это просто помещение с открытым входом. Тут у нас выход наружу уже. Надо было сначала туда сходить. Потом уже сюда, ну ладно, раз уж я тут. Perfect. В принципе. For the Empire. Sounds good. Пошли посмотрим, что там интересного. Okay. No fear. Of course. For the Empire. Interesting. Come on. Let's go. Аптечка норм. Ну, такая себе секретка. Вполне очевидная. И осталось, похоже... Нет, еще вот куча чего осталось. Чего вот сюда я не зашел. Nice. They're already dead. Okay. For the humans. All right. Fast and silent. Of course. No fear. Of course. For the Empire. For the humans. For the humans. Great. So glad to do it. Come on. Тогда их надо заманивать, конечно, сюда, но слишком медленно у меня герой.
Это больше, наверное, для героини и девушки. Заманивание там. Чего там, на выстрел не бегите, не бежите? Как-то вяло они бегут. Вяло агрится, хотя тут жара. Та еще. Let's kill the enemies of the Empire for the humans. Those heads are calling for a bullet. Good quality. Let me blow up some heads. Anything more? Тоже много их. For the humans. Units under attack. Okay. Silent and lethal. Come on. А тут больше ничего нет, походу, да? Кроме вот этого ящика. И еще выход. Yes. Пошли проверять. Of course. The party has just begun. Yes. So glad to do it. Great. They're already dead. Yes. Пусто. For the Empire. Что-то пустовато, да? Understood. No fear. All right. For the humans. Come on. For the Empire. Okay. Так, артефакты мы не нашли еще, да? Самое главное это артефакт. Great. Вот он о чем. The party has just begun. Вот тут, наверное, артефакты лежат. Understood. So glad to do it. Да, я думаю, тут очень много зомби на высокой сложности, пришлось бы полчаса стоять их расстреливать. Let me blow up some heads. I still have some tricks up my sleeve. All right. Тем более эти в пиджаках. So glad to do it. Great. Блин, по ним два выстрела надо делать. Those heads are calling for a bullet. No fear. Come on, the infected are waiting. Ну или гранаткой их можно было закидать. Так, что там пишут там? А, ничего не пишут, это объект. It looks great. The more the merrier. Sounds good. Вот и артефакт. That's easy. This will come in handy. That's easy. Все. Так, много шкафчики. Amazing. Interesting indeed. Great. Еще один объект, и я знаю, походу, где он. Он вот где-то вот, вот тут находится. Хотя это, возможно, гранаты. Скорее всего, да? И тут еще надо будет побегать. В общем, недолго. А вот тут еще объект. Понятно. Сейчас зайдем. Везде зайдем. Ну вот, в общем, такое быстрое прохождение получается, если не выпендриваться и высокую не ставить. В общем-то, тут никакого особого челленджа нет. Просто отходи и стреляй. Конечно, могут они окружить тебя, но это уж, конечно, печаль. Так, куда я сейчас иду? Там, туда, да? Okay. No fear. Of course. Silent and lethal. Yes. Все, сваливаем. So glad to это была граната. Okay. All right. Надо вообще по сетке смотреть, где можно идти, где нельзя, а то тут не всегда очевидно. No problem. Если так вот сделать, он прямо пойдет. Наверное, прямо пойдет. Так, вот сюда сейчас заглянем и все.
Great. They're already dead. Excellent idea, sir. Nice. For the humans. Okay. Хорош. Ну-ка, все. Of course. No fear. Let's go. Остались очки империи, и где они, непонятно пока. Okay. Nice. Let's kill the enemies of the Empire. Okay. Блин, была надежда на эти ящики, они подвели меня. Как так там? All right. Let me blow up some heads. That's easy. Что-то подстава. Yes. Товарищи. Еще 10 очков империи где-то валяется. Okay. Где, непонятно. Ну-ка. Темные места еще остались? Тут вроде ничего не моргает. Тут я уже был. Так как герой вернулся. Вот он. Если его потеряю, как вернулся там? На один нажать, да, наверное, можно? Да, можно так вот. Возвращаться. Ну и все, в принципе, да, больше ничего не вижу я. Это я провтыкал один объект, видимо. Тут, скорее всего. Какой-нибудь мелкий. Вот я где провтыкал бутылку. Она вроде особо и не мерцала. Да? Нет, мерцает, но слабо заметно. Ладно, чё. Сейчас зайду. Все, все предметы собраны, можно сваливать отсюда по добру, по здорову. Так, ну-ка, если так вот нажать, он сам уйдет. В принципе, должен найти путь. Ладно, пусть пока ищет путь. И мы сваливаем. Нормально. И сейчас у нас самое интересное. Газетка. Ух ты, нифига себе. Вот так вот, да? Самый стабильный источник пищи. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства обнародовало заявление, в котором говорится, что наше снабжение продовольствием является наиболее стабильным, чем когда-либо. Теперь, когда 60% нашей пищи обеспечивается новым БП-2000, наша зависимость от сельского хозяйства значительно снизилась, что позволяет нам жить более эффективно в мегаполисах. В то же время этот ошеломляющий успех на БП оценивается не по всем направлениям. Комиссия по здоровью и безопасности пищевых продуктов поощряет потребление, утверждая, что БП является богатым источником железа и витаминов группы В. И несколько экспертов считают, что БП является лучшим научным достижением со времен пенициллина. Ну, короче, все ясно. Они вот и потравились этим БП, что бы это ни значило. Что за БП, фиг знает. Не достает еще два куска. Надо будет тут вот, видимо, где-то еще поискать это все. Ладно, пошли орду завалим тогда и можно отдыхать. Что-то я забылся. Начал проходить орду, вспомнил, что у меня сложность-то легкая стоит. Ставим апокалипсис. 11 тысяч зомби, нормально. Вот уже. Это дело. Сейчас затащим. В принципе, та же будет тактика. А именно, никакой тактики. Ставим солдат по центру и фигачим. Зомби. Вот видите, какие-то лабиринты придумали. Тут вот реально Tower Defense, если ставить солдат куда-нибудь вот в эти области, да, пока тут они бегут, оббегают, можно их фигачить. Посмотрим, в общем, у нас еще 10 очков. Так, может быть какую-нибудь заставу тогда? Или колышки? Так, для прикола поставим. Лучницу неохота брать с собой в бой.
Все, стоим в каре. Understood. Ближе, ближе, ребята, ближе. Плотнее друг к другу. All the way. All right. Ну, нормально. Все, давайте, фигачки их. 800%, посмотрим, что будет. Я думаю, что будет то же самое. Тут уже побольше, по-моему, направлений, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шесть, короче, где-то. Ну, не знаю, как вам, а мне, в принципе, уже все ясно, так что ставьте лайки, если видео вам понравилось, если вы ждете продолжение по этой игре на канале. Ну, а я пойду отужинаю, пожалуй, что.
Фига себе. Я уже покушать успел, они еще тут бегут. Охренели, что ли? Да, забавно, забавно, слушайте. Сколько там осталось-то? 3000. 3000 зомби осталось. Я даже не знаю. Что в таких миссиях делать? Только... сам себе можешь челлендж устроить, типа... поставить меньше солдат, да? Но, опять же... что, их водить, что ли, туда-сюда? По лабиринту? Непонятно. Непонятно. Видите, вот эти солдаты прокачаны меньше. Значит, как-то они не сбалансированно бегут. Просто потому, что тут нет прохода. Что-то у нас 2000 Ну, вроде идет к концу, да, это дело-то бесконечное. Очень, очень увлекательная игра. Всем рекомендую. Нормально. Ну что ж, на этом точно все. В следующем эпизоде мы пойдем куда-нибудь. Да, вот куда-нибудь из этих четырех миссий. Посмотрим, пока непонятно. Куда точно. Ладно, всем удачи. Ставьте лайки. Пока.